При выращивании рассады я использую несколько очень простых инструментов. Что это за инструменты? Ну, в первую очередь, различные совочки и лопаточки. Вот такие. Вот у меня два совочка разных по размеру. Ими удобно при пересадке брать растения, пересаживать с комочком грунта. Это дает возможность растения не повреждать, и оно потом хорошо приживается. Кроме того, такими совочками можно подсыпать грунт в стаканчики, ну и многие другие работы делать. Есть вот тоже такой шпатель, он строительный, но тоже служит для подсыпки грунта уже в большие емкости. Есть лопаточка, чуть поменьше она выглядит. То же самое, ей подсыпаю грунт в большие емкости. Есть небольшие грабельки, вот такие. Ими я уплотняю грунт при различных операциях. Ну, при посеве, при рыхлении иногда, ну и для других целей. Есть еще очень простая рыхлилка для грунта, вот такая. Это давным-давно она была реквизирована из кухонных принадлежностей мной и используется для рыхления в стаканчиках. Очень удобно ей рыхлить грунт в стаканчиках. Кроме того, всегда у меня имеются на готове ножницы. Обыкновенные ножницы. Ими я прореживаю рассаду, ну еще кое-какие операции делаю. Есть в наличии небольшой пинцетик. Это когда прореживаешь, например, рассаду в стаканчиках или даже прополка мелких сорняков, удобно работать пинцетом. Есть вот такие спицы, вот такие и побольше. Такие спицы я использую для следующих целей. Во-первых, ей можно замерять влажность грунта, опуская вот этой стороной и потом вынимая часть грунта и проверяя его на влажность. Ну, во-вторых, другой стороной можно рыхлить грунт в стаканчиках. Кроме того, еще используется, ну, например, старый фломастер или еще что-нибудь такое, всегда на готове у меня лежит. Это чтобы при необходимости делать отверстия в стаканчиках для пересадки рассады или еще для чего-то. В инструментах у меня всегда имеется на готове вот такой небольшой кусочек ножовочного полотна по железу. Вот такой. Таким кусочком удобно намечать канавки глубиной 1 см при посеве рассады помидоров, перцев и другой рассады. Ну еще, конечно, вот такая какая-нибудь чашечка, куда складывается мусор при прореживании растений, еще какой-нибудь мусор в стаканчиках бывает появляется, тоже сразу складываю в такую чашечку. Вот такой набор инструментов всегда у меня на готове. Кроме того, еще у меня есть, вот их тут видно, что много у меня, вот такие вот специальные отрезки проволоки. Эта проволока, она не очень жесткая, но в принципе можно погнуть вот так вот ее. Но в принципе она достаточно крепкая. И иногда требуется для поддержки рассады при пересадке, еще при каких-то целях. Ну, есть разные случаи. То есть ее можно использовать, втыкая в стаканчик и используя вместо колышка. Что у меня тут еще в инструменте? Еще вот у меня тут лежат спички. Спички здесь не для своих прямых целей, а для того, что, взяв отсюда, например, спичку, одну или две, воткнув ее в стаканчик, можно пометить какое-то растение. Ну, это для разных целей, разным способом можно пометить. Вот, собственно, на этом и весь мой инструмент заканчивается. Этого вполне достаточно, чтобы полностью обрабатывать рассаду и обеспечить ей надлежащий уход.